Страшная авария возле села Шереметьевка в Нижнекамском районе унесла жизни двух человек. Там лоб в лоб столкнулись «Жигули» шестой модели и «Газель». Водители и пассажиры легковушки зажало в салоне. Извлечь их из искореженного салона смогли только спасатели. Людей передали медикам, но они были не в состоянии спасти их жизни. Причину случившегося узнала Алина Бережная. Авария произошла на 35-м километре трассы Нижнекамск-Чистополь. Столкнулись «Газель» и «Жигули» шестой модели. Водители и пассажиры легковушки зажало в салоне. С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли пострадавших и передали их медикам. Но в больнице люди скончались. Ну, были доставлены два пострадавших. Первый был госпитализирован сразу же в реанимационное отделение, где проводились реанимационные мероприятия, диагностические, лечебные мероприятия. Но, к сожалению, через какое-то время он... И второй тоже был госпитализирован сразу тоже в реанимационное отделение. В ходе диагностических мероприятий тоже, к сожалению, погиб. «Жигули» от удара искорежило так, что жизненного пространства для людей в салоне практически не осталось. То, что осталось от автомобиля, эвакуировали на штрафстоянку. Причину аварии установили быстро с помощью медиков. После столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2106, а также водитель «Газели» были освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель «Жигулей», который находился в состоянии алкогольного опьянения, было 55 лет. Его пассажиру 30. Водитель «Газели» не пострадал. Алина Бережная, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, вызов 112.